Доброе утро. Сегодня нам с Томой полегче. Тому вообще там бегает, песенки поет. Мама милая моя, самая лучшая у меня. У нас дети все в школе. Алина вчера немножко температурила. Ну, знаете, отоспалась, вроде ей полегче. Я говорю, ну живот-то хоть болит, там что-нибудь подташнивает? Нет, она говорит, нет, все нормально. Я говорю, ну что, в школу пойдешь? Она сказала, да, пойду в школу. В общем, все в школу, папа всех увез. Я тут собираю, у нас в Тюхтете произошел пожар на Крестьянской 11. И, в общем, собираю для погорельцев тут одеяло. Подушки надо посмотреть, еще у нас где-то есть, полотенце, тут все новое. Постельная, конечно, тоже. Еще спросила, возьмут или не возьмут постельное, которое у меня, знаете, я его постирала. У меня там два комплекта у папы в комнате лежат, но им не пользовалась. Постирала, думала, будем пользоваться, так и не пользовалась. Но пока не ответили, возьмут, не возьмут. Видео еще не открывала, хотя я его уже закончила. Тома, смотрите, мне как помогает, да, доченька? Тома тут везде пыль вытирает. Все-все-все вытирает. Вот какая умница. Песенки поет, да? Ну, ее садится очень. Ну, девчонки, ну, молодцы, тут все поприбирали. Эти карандаши, кстати, я хотела в школу отдать. Чтоб ребятишки там раскрашивали что-нибудь. У нас дома много вот в разнобой, которые уже, ну, как бы дети пользовались, а эти вот хорошие. Хотела в класс отдать, чтобы они на продленке могли раскрашивать. Все равно быстро заканчивается, детей много. Еще надо пособирать раскраски, какие-нибудь еще штучки, две игры, пазлы. Девчонки говорят, пазлы уже все по 5 раз, по 10 раз там собирали, уже скучно им. Надо будет пособирать, взяться, время будет. Немножко свободно. Том прибирает, молодец. Все. Чайник, видите, хороший, но не выключается. Для чего мы его кипятим? Сейчас, пока Тома болеет, я стараюсь кипяченую воду. А чтобы она остыла, это время надо. У нас есть термопод, полный, все хорошо. Молодец, не потеряла Лего. Вот, садись, играй, да. И вот за вчера я вскипятила чайник, мы с Томой его выпили весь. Вот. И вот очень помогло нам вот это вот лекарство, энтеросгель. А уголь активированный не может. Сколько не давала, она его сразу обратно. А этот нормально, я ей даю чайной ложечкой, и потом водичку раз, она запьет, и все, и хорошо. Да, сегодня нам каждый день врач звонит наша. Сегодня тоже спрашивала, как там Томочка. Я говорю, спасибо, все хорошо. Вот, записалась я на пятницу за справкой. Можно было, конечно, даже на субботу. Ну ладно, возьмем справку и уже после праздников пойдем, наверное. В субботу уж не поведу в садик, пусть дом побудет. Дом побудешь? Да. С мамой хорошо дома, да? Угу. Песенку маме поет, везде прибирается. Так, доченька, милая, ты вот достала из своих ящиков, положи все обратно. Она там всю пыль вытирала, вещи свои. Вот, молодец. Вот еще твои вещи, смотри. Да. Тут вот тоже. Я там завтра буду прибирать. Нет, не завтра, ты сейчас положи все. Вот, ну, видите, как пылище сразу. На. Вон стеночки. Ну, положи, у тебя пускай будет. Уроки все время делать. Она мне отдала очки, Саша отдала, потом она мне обратно дала, сказала, ну, похоронить. Ага, молодец, молодец, прибирайся. Васе надо будет укол еще поставить, он еще не доставил все. Я сейчас легенький супик куриный сварю, а детям старшим сделаю котлету, и рис у нас будет с подливкой. С подливкой. Ой, Настя, как же эту подливку попадает. Я тоже. В общем, с подливой. Или с подливом. С подливкой и с подливом, доча. Что у нас опять творится? Метель. Сейчас в новостях прочитала. Сам Красноярск стоит в 10-бальной пробке из-за снегопада. Вася как ушел давным-давно. Даже нету его. Ну, что творится, а? А вон он где-то ходит. Дороги прочищает. Пап,
А, пап, может, ты сходишь, наймешь? Ну или зачем чистить, такой снегопад идет? Для чего? Я просто тропинку прочистил, чтобы для собак ходить. Смысл? Ну да, кстати, я там приготовила им покормить. Вы видите, что творится? Ну так-то они обеспечены пропитанием. Мясо дала. Угу. Ну все равно жиденькое надо дать, тепленькое там стоит. У нас у брата моего Вити, старшего нашего брата, у него у самого был рак желудка лет 5-6 назад, наверное. Ему там, ну, вырезали опухоль, получше стало. В прошлом году опять у него был рак простательной железы. Тоже вырезали, вроде как нормально. Жена Алла тоже, мы когда приезжали в 2019 году, она уже как бы тоже раком болела, рак груди. Ей все вырезали, но поздно пошли метастазы. И вот вчера она умерла. Вот сколько я им писала, что Витя, дайте номер карты, я вам деньги переведу. Ни разу не взял, ни разу. Нет, нам хватает, мы оба пенсию получаем. У них два сына, и сыновья работают, все. Вот Леша, старший сын, в армию сходил, его там сильно избили. Почку удалили. Да, там почку удалили, все. И, в общем, детей он иметь не может. Ну, видимо, там что-то отбили. И муж, ну, лет 35, наверное, да, у Игоря, второго сына. Ну, он тоже уже взрослый, один ребенок. Мальчишки работают, все, и вот помогали. И вчера только вот ночью уже позвонили, что умерла Алла. И Тамара, сестра, я ей написала, Витя сам не дает ни карты, ни вообще ничего. Я написала Тамаре, говорю, Том, узнай, пришли мне номер карты. В общем, прислали. Прислала мне Тамара номер карты, отправила я деньги. Хотя недалеко тут, но поехать мы не сможем. Жалко, конечно, рядом. Ну как, я только-только у нас ротавирус был. Тамара сама не поехала, Анютка поехала. Царство небесное. Я говорю, сколько болели, вот сколько. Ни разу помощь не взяли. Ни разу. Нет, у нас все, от рака лечение бесплатное, все бесплатное. Что-то, если надо подкупить, сыновья все купят, все. Сейчас вот один остался. Ну, пишет, что, ну, буду пасечная приезжать. Он очень скучал по деревне. Алла-то вот как-то уехала в деревню. Мы когда разговаривали с ней, она, нет, не, мне вообще не нравится в деревне. Она редко когда ездила. Вот как-то вроде как деревенская, никогда в деревню ее не манила. А вот Витя, брат, он прям два раза в год все ездил, жил там, когда две недели, когда месяц, чтоб там на рыбалку сходить, за грибами. Что она там лает? На кого-то лает. Начала была уже видео снимать. Ну, не буду тут кусочек вставлять, Настя позвонила. Знаете, тоже так переживаю. Вот у нас как бы ротавирус ходит по Тюхтету. И Настя к нам приходили вот буквально 14-го. А 14-го вечером, ну как бы с 14 на 15 Том рвать начало. Ну как раз понедельник мы не пошли в садик. Сколько инкубационный период вот этого ротавируса. Очень боюсь, не дай бог. Вот Том-то все равно постарше. Уже не так это. Лариса, кстати, сегодня тоже. Поздно вечером уже смс-ку мне прислала о том, что делать. Ну, у нее день рождения было, получается, вчера. Ну, я ей написала, поздравляю, все, и говорю, что прийти не можем, потому что как бы ротавирус у нас. Ну, она там, спасибо. И уже поздно вечером, где-то уже, наверное, в первом часу ночи, она мне смс-ку пишет, говорит, Том, начало рвать совсем семушку. И говорит, вот буквально там так сильно, и вот, что делать? Знаете, они же в деревне жили, и там все равно деревня маленькая, как-то, хотя у нее Полиночке вот уже 4 года, наверное, 5 нынче будет, летом, по-моему, 2 августа, 5 будет.
ни разу, говорит, не сталкивалась с таким, с этим ротавирусом, что это такое, ну вот это. Ну, я ей сказала, как там, что давать. Ну, и получается, что у нас по тюхтету ходит вот этот ротавирус. И особенно, конечно, я понимаю, что это очень страшно для младенцев. У Ларисы тоже мальчишка уже постарше, уже все равно полегче как-то, он это все перенесет. Ну, и Тома тоже уже большая, он играет во всем. Скучаешь по садику, доча? Скучаю. Скучаешь? Ну, пока нельзя в садик идти. Вообще посмотрела, инкубационный период 5 дней. Ну, не знаю. С Настей, наверное, когда можно будет, наверное, встречаться? В воскресенье? Пока пусть дома побудут. Тем более Сонечка сопливит. И, да, а насморк. Ну, не знаю. То ли продула ее, то ли что. Это мы приготовили погорельцам. Сейчас Вася поедет, отвезет. Не знаю, я как-то все новое отдаю. Хотя, мне кажется, иной раз погорельцы вообще всему были бы рады. А я как-то не могу. Родным могу пользованное дать, наше. То, чем мы уже пользовались. А как-то людям не могу. Еще Раушане посылку надо будет собрать. Сегодня еще немножко как-то у меня после болезни как-то внутри вот так трясется чуть-чуть. Приготовить я, конечно, всем приготовила, но посылку надо тоже эту надо собрать и отправить Раушане. У нас там зрители как бы налетели на нее, что она там спросила. Вообще хочу сказать, что Раушане, помню, нам ребятишкам присылала деньги на день рождения. И соседке Кристине она тоже и пряжу присылала, и деньги на день рождения. Пока был человек на работе, она вот, смотрю, всем тоже старалась как-то помочь. А сейчас вот она пишет, что она пока найти не может работу. Я ей тоже и деньгами отправляла, когда она на канале у себя просила о помощи. И сейчас вот посылку ей соберу. Поэтому, люди, будьте добрее. Вообще, к людям, ко всем хорошо отношусь. Добро я помню. Поэтому я помню, что Раушане нам, девчонкам, присылала деньги на день рождения. И поэтому я ей тоже хочу сделать приятное. Собрать ей посылку. Ну, завтра. Сегодня вот погорельцы мы собрали, а завтра Раушане соберем. Все равно пока дома сидим, да, Тома? Да. Я хотела плов приготовить, а потом вспомнила, вчера макароны варили, почти никто не ел. Я запеканку с яйцами сделаю, и макароны не пропадут. И... Да? Яйца используются? Да, ну, с котлетами, суп есть, котлеты и макароны запеку в духовке. Яйца с яйцами залью. Я потом буду есть макароны. Тебе суп только можно, мама легенький супик сварила. Макароны тюли не едят. Тюли не едят тебе макароны? Можно. Ну ладно, можно. Повернись, Датюшенька. Смотрите, Дарине пришли ее волосы. Она выпрямляла, когда было получше. Ну, видите, они опять начали. Как-то надо, по-моему, как-то немножко не так их делать, чтобы видно сильно. Может, вплести их или как? Ну, так-то по цвету хорошо подобрали, да? Да. Хорошо смотрится. Вообще, там я делала, утром я была, убирала волосы и вот так вот накручивала. Ну, знаешь, накручиваю, чтобы не было видно. Потом может, все расплелось. Вот. Кто спросит, вся эта красота 1400 стоит. Ну, Дарина со своих карманов денег. Ты, Настя, отдавала деньги или откуда? Вы же не брали мою карту. Как вы рассчитывались? А я ей не отдала, она еще это. Не, она что, со своих денег платила, Настя? Наверное. Ну, я верну. Ну, поэтому Дарина собирала деньги на волосы свои. Сейчас вот надо мне деньги тоже снять немножко. На подарки, да? Сдали уже? Да, мы сдали уже. Ага, мне надо будет... Я девчонкам не разрешаю, если, ну, как бы со своих денег сдавать там на нужды класса, на подарки или там что-то. Или на канцелярию, или на, как сказать, на бытовую химию такую вот, на шампунь. Это все идет как бы... Ну, мы деньги даем. Но если они хотят что-то там, какие-то там волосы, например. Или Дарина что-то, или Алина там покупает что-то для ногтей.
они покупать со своих карманных денег. Тут как бы, ну, я считаю, это нормально. Хотите вы баловаться с этими волосами, пожалуйста, копите карманные деньги и ходите с ними, как хотите. Я считаю, это правильно. Я думаю, зрители наши тоже согласятся. На что хочешь, на то как бы и копишь. Вот. Ну, нравится тебе? Да, мы сегодня 4 раза видео снимали. Я тебе писала. Тикток? Нет, мама. А где? Да, 23 февраля я тебе писала, говорит, там, что я с ним на репетицию. Ой, в Вайбере? Да, да, у семейка. Я писала, мы сегодня 4 раза сняли видео. Первым хуже, на втором немного получше, третьем, ну, так себе, и на четвертом уже намного лучше стало. А концерт будет просто показывать, да, потом? Ну, мальчики чтобы в кучу не собираться? Да, мальчики пойдут на спортзал, там им эстафеты проведут, может быть, включат, они посмотрят все видео и придут, ну, может, в класс. Скажут, спасибо вам, дорогие наши девочки. Нет, мы что вы решили подарить им? Ну, я не знаю, мы решили просто чаепитие сделать им, вот видео чаепитие. Ну, это очень хорошо. Мы тоже чем какие-то подарки такие, да. А так все вместе посидеть, чай попить, пообщаться, да, будет вообще хорошо. Мы на втором уроке нас Славин сказал, отпустит нас, мы сходим все вместе в магазин с девочками, купим и это. Вернемся в школу. Вот такие. Здесь Нина тоже так живет. Понятненько. Да. Ну ладно, молодцы. Я рада, что мы видео сняли. Всем привет! Всем привет! Тома, смотри, тут играет. Всем привет. Чебурак. Кусать. Том, уже, ой, Саш, не надо его на стол. Он так подумает, что можно. Ему только на единственный стол можно. Вон на тот и на... Смотрите, какой я смяк набила. Вот зачем ты его при... А вот сюда. Вам покажи, какой смяк. Смотри, мам. Папа поехал Ларису лекарство увезти. Я хочу помочь. У них Сомушка заболел. Я говорю, купила что-нибудь. Она денег нет. Я говорю, ладно, Вася сейчас привезет. Ой, господи, как ты меня напугала. Полинка что-то заболела? Нет, не Полинка, Сёма заболел. А чем? Чем и ты? Ротавирусом. Мама, смотри, какая там собака ходит, черная, огромная. Там кот побежал, Алексин. Ой, Алиночка наступила. Вон собака. А это кот. Ротавирус называется, это болезнь? Роту. В очках? Да. Он, наверное, там ходит, там у нас все. Вы знаете, мы когда на море ездили, я Алине говорю, Алина, следи за Сашкиными очками, твоя обязанность. А она постоянно теперь напоминает, Саша, где твои очки? Да, Алина? Мама, запрограммировали тебя на раз. Саш, ну что ты делаешь? Кота, Санечка, ну правда, ты его сверху уронишь нечаянно. Мам, взрослая должна понимать. Нет, там реально черная собака бегает. Это не... Там кешка. Ну, там он кешка еще бегает. Собака. Ага. Девчонки там баню топят. Баньки решили. Потому что завтра у нас уже холодает, поэтому сегодня легче топить. Сегодня минус 3 только. Где-то примерно, да? Вроде минус 3, а 6, минус 15. Потому что ветер сильно, метель из-за этого. У нас везде так шумно. Посудомойка, стиралка. Сейчас сушилка будет работать. Всегда шумно. Санечка. За компьютер замой. Чем же мы занимаемся вечерами? Мы все делаем уроки. Да, Тома? Угу. У Томы занятие раскрашивать. Нам психолог на собраниях на общих говорит, в любое свободное время давайте ребенку в руки карандаш или ручку. Вот, поэтому пока они ни в что не играют, Тома что-нибудь рисует, раскрашивает. Женя здесь делает уроки. Молодец, только темновато тут у тебя, дочь. Надо бы вон там сесть, там и лампа есть, и все. Ну, как-нибудь, не знаю. Здесь Санечка делает уроки. Да, доченька? Вот. Папа там пытается отремонтировать насос, что ли.
Мы уже все поужинали. Ну и здесь мои красавицы. Кто что делает? Кто уроки, кто что? Да? Смотрю. Ну все. В общем, все заняты. И кот тоже. Мама, а содержание не будет читать? Нет, содержание тоже. Постарайтесь на вопросы, которые там есть, отвечать. Угу. Молодец, молодец. Сегодня вы видели? Девчонки на видео снимали, достали меня. Мы хотим снимать сами, мы хотим снимать сами. И это они снимали на старую нашу камеру, которая старая у нас была. А она быстро разряжается. Они чуть-чуть буквально поснимали, она уже все разрядилась. Батарейка там уже плохая. Немножко совсем поснимали. Ну, все, мы ложимся спать. Девчонки там в своей комнате. Мы в следующий раз со старшими пока скажем. Да, сегодня будем с младшими прощаться с нашими зрителями. Все, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Всем удачи, не болейте. Правильно? Да. Всем до свидания. Всем пока-пока. Не чихайте, да.